Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Известный шахматист Гарри Каспаров трижды вступал в брак, и в каждом у него родились дети. Актриса Марина Ниёлова в 40 лет родила единственную дочь Нику, отец которой Каспаров. Но он категорически до сих пор не признает отцовство, хотя дочь, как две капли воды, похожа на него. Тогда, в далеком 85-м, бурный роман шахматиста и актрисы вызвал в Москве немало слухов. Гарри тогда было 21, Марина на 16 лет старше. Их знакомство произошло на вечеринке, и отношения развивались быстро. Каспарова покорила красота и мудрость Ниёловой. К тому же она не стремилась к замужеству, что очень сильно раздражало его в других женщинах. Но этот роман закончился так же стремительно, как и начинался. Мама Каспарова считала, что в данный период сын должен посвятить себя исключительно карьере, а брак мог на ней негативно сказаться. Когда стало известно о беременности Ниёловой, мать продолжила убеждать Гарри, что ребенок будет темным пятном на его светлом спортивном будущем. Потом она и вовсе сказала журналистам, что Марина, скорее всего, ждет малыша не от ее сына, ведь у актрис часто бывают романы на стороне. Гарри поддался влиянию любимой мамы, отношения с Ниёловой прекратил. Позже заявил, что в последнее время с Мариной очень редко встречался, и ребенок действительно не может быть его. Актриса постаралась воспринять этот факт спокойно, что-то доказывать ей не позволила гордость. И это оказалось правильным решением, потому что вскоре она ощутила себя по-настоящему счастливой женщиной. Через 2 года после рождения дочери Марина стала женой российского дипломата Кирилла Геворгяна, с которым в любви и согласии живет уже больше 30 лет. Он полностью заменил Нике родного отца. Благодаря папе девочка с детства изучала иностранные языки, бывала за границей и получила хорошее образование в Гааге в Королевской академии искусств, потом в художественном университете в Британии. Сейчас Нике Ниёловой 34. Она скульптор с мировым именем, участвует в международных престижных выставках современного искусства, а ее невероятные инсталляции приобретают многие частные коллекции и музеи мира. О личной жизни Ника ничего не рассказывает. Усвоила на мамином примере, что счастье любит тишину. Известно только, что пару лет назад у нее родилась дочь. Так что Марина Ниёлова и Кирилл Геворгян теперь счастливые бабушка и дедушка. А Гарри Каспаров так никогда и не видел свою дочь и внучку. А как вам кажется, действительно ли Ника похожа на биологического отца? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!